Потрясающая публика, потрясающее настроение. Для нас огромная честь сегодня провести этот праздничный концерт, который называется «О чем поют мужчины». Девчонки, женщины, девушки, все наши песни только о вас и для вас. С праздником! Поздравляем от всего сердца. Сегодня все звезды для вас и ради вас. Ну что ж, мы начинаем! Милые дамы, сегодняшний вечер посвящен, конечно же, вам. Для поздравления сейчас на сцене должна появиться замечательная пара. Для вас поют Лайма Вайкули и Витас. Я так и знал! Она была актрисою, и даже за кулисами играла роль, а зрителем был ты. Душе ее таинственной мирились ложь и истина. Актрисы непростого ремесла. Ему единственно верна хотела быть она. Каждый день он шел за ней на зов обманчивых огней, и с нею жизнь чужую проживал. Ты знал, что ей не быть с тобой, она раба любви иной, и жизнь ее безумный карнавал. Даже за кулисами играла роль, а ты хотел любви. И каждый день, идя за ней, на зов обманчивых огней, душа моя кричала: позови. Но рампы свет манил сильней, сильней любви твоей. Красота актрисы так обманчива и влечет напрасными надеждами. Ничего слова ее не значили, и в судьбе моей все по-прежнему. Красота. Красота. Лайма Вайкули, Витас, браво!